Всем привет! Сегодня 25 ноября, город Якутск. Вот мы находимся рядом с торговым центром Урасам Молл. Сегодня у нас похолодало, но здесь вот можно сходить в хамам, аквамейдадыр, бассейны. Вот, то есть здесь вот можно, я так понимаю, сауна. Попариться в тепле, набраться здоровьюшка. Посмотрите, у нас сейчас 2 часа дня, и смотрите, солнце как низко, вот оно, солнце, даже можно увеличить. О, как вам зрелище. Ну, а я иду вот в этот торговый центр. Там надо в один магазинчик зайти. Только здесь он находится, в этом торговом центре. Ну, он по дороге в аэропорт Якутска, вон в ту сторону. Там недалеко аэропорт. И здесь большая стоянка. Как бы удобно. Вот если вы на машине едете, сюда заезжать как раз вам по пути. Ну и автобусы тоже, тут куча, целые автобусы ходят. То есть добраться до этого торгового центра совсем легко, без проблем. Ну, для Якутска это, конечно, большой как бы торговый центр в масштабах, как бы, да. Но как в других, допустим, городах, там в Москве, Новосибирск, это небольшой, да, там еще больше есть. Ну, сегодня что у нас? Выходной день, суббота. Очень много транспорта здесь. Людей приехало. Заходим, и ДНС цифровой маркет. Сразу же, представляете? Большой такой. Здесь нам надо выйти. Куча всего продается, всякой техники, чего только нету, ноутбуки, ну, куда мы? Так, а нам сюда надо, в эту сторону. Тут куча всяких магазинов ювелирных, куча. Бегаем и так далее. Да, еще 2 этажа наверх. Так и пойдем. Да? Мы выйдем. О, что, уже стемнело, что ли? Точно стемнело, смотрите, солнце-то. Ну, куда солнце ушло. Ну, вы видали, да? Это уже 3 часа, уже темнеет в Якутске. И так вот будет темнеть теперь до конца декабря. До Рождества. 24-го, да? Угу. Ну, вот сам этот торговый центр Урасам Молл, въезд вот с этой стороны, а выезд там дальше. Вот тут надпись о том, кто приезжает в город, добро пожаловать. Вот тут круговая такая развязка. С этой стороны будет у нас рынок столичный большой. С этой стороны Амсай торговый центр, и тоже тут куча всяких торговых точек. Ну вот сейчас надо будет зайти мне погреться, потому что замерз уже я, замерз, минус 30 сегодня, а ночью так еще холоднее будет. Так, ладненько, это где переход? А вон там, надо до перехода дойти.
Смотрите, с этой стороны вон луна практически полная, какая она большая. Ну что, уже стемнело, смотрите. Так, ну что, подойдите, прогуляемся немного тут. Сегодня интенсивность какая. Ну вот здесь вот павильоны. Их тут несколько штук. Интересно, елки продают. Ну, должны уже. У нас в магазинах елки, игрушки продают, поэтому на рынке тоже сейчас глянем. Мега распродажа обуви. Ё-моё. Какие-то все мега распродажи везде. Идешь, и вот одни распродажи. Распродажи, распродажи. Вот тут вот такая точка. Эти четыре здания, они здесь в одну, как перекресток получается. И вот туда вот идем. Торговый центр номер один для всей семьи. Распродажи, распродажи. О, елки уже во все. Смотрите, уже елки. Ого, смотрите, елки. Куча елок уже. Так что кому елки нужны, давайте приходите вот сюда. Вот, наверное, цены опять, знаете, не думаю, что цены здесь какие-то низкие. Да. Ну, самая маленькая, короче, юбочка. 1300 рублей. Самая малюсенькая там с огоньками. Короче. Деньжат тоже готовьте прилично. Ой. Праздников-то еще больше месяца, а уже как бы цены какие-то низкие были, что ли. Сейчас пятница. А здесь вот сауна. Кориан сауна. Кто хочет немножко расслабиться, вот сюда вам. Бедные китайцы сидят, короче. Вот эти-то хорошо еще, они там внутри, помещение. А те, которые елки продают на улице. Сейчас минус 30, вот целый день им тут надо сидеть. Целый день. А еще морозы-то будут крепчать. Еще сильнее будут морозы. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your valley, silence breaks my heart. Turn the key, used to be our getaway car. Now I only wanna get away from where we are. Cause it's fake, yeah. Say you need a break, yeah. I struggle to see what your reasons are.
елки. Так что нормальную елку купить, готовьте где-то десяточку-то готовьте. Вот тут выходим, белые ночи. Ресторан там вон, через дорогу это Амсай, ДНС и так далее. Тут новые дома настроены. Вот эти вот красивенькие такие. Вот тут из Дзержинского идет. Это что такое? Мясолавка 100 лет ЕССР. Смотрите, снег уже тут поубирали. Прикольно. Слушайте, у меня рука замерзает потихоньку. Поэтому. Но люди еще на рынок идут. На рынок идут. Он, наверное, часов до 6, до 7 будет работать. Уже гололед, поэтому надо внимательно ходить, под ноги смотреть. А вот тут еще диво дивное продают, видите, да? Супер-супер-пупер, самый холодный на свете рынок. Видали, да, прямо на улице. Это не в любой мороз здесь стоят и торгуют вот вещами прямо. Пока идешь до рынка, какую кучу навезли снега. Ватники всякие. Вот тут подешевле. Все можно взять. Ну вот они. Такие морозоустойчивые у нас. Сюда можно отдельно людей на экскурсию. На отдельно людей на экскурсию привозить. Самый ужас будет, конечно, когда мороз будет минус 50, а они тут будут стоять. Ну, здесь остановка сразу. Можно сесть и уехать. Кстати, вот остановку сделали теплую. Туда люди заходят и греются там, ждут автобус. А мне на ту сторону надо идти. Папка, Якутия вот здесь вот. Вот получилось, не получилось. Ну там теплая вон остановка. Что-то он у меня выключился, не пойму почему. А люди прячутся в нее, пока ждут автобус. Здесь папка Якутия. Алкомагазин. Вот это комбинат. Алкогольная продукция. Ну а нам на ту сторону. Все, рука у меня замерзла. Вот тут вот универсам. Находится. Сейчас я зайду, погреюсь. Обязательно надо погреться. Телефон погреть, подзарядить. А то он вот так резко начинает выключаться. У него заряд резко падает до минимума. И все потом от мороза, понимаете, он остывает. Пока я вот иду, вроде снимаю, заряд есть, а потом резко бах, и нету его. Так. Гурру. Ман называется. С флажками, прикольно. Копьечка у них здесь. Чудеса, 24 часа открыты. Ой, зашел в гурман, конечно, жутко дорогой магазин. Там бананы что-то подороже 300 рублей. Ой, так, что-то выходим. Переходим. Перешел дорогу, иду. По Дзержинского. Это в центр, считайте. Я соединил телефон на подзарядкой с пауэрбанку кабелем, а он замерз такой, как железный стал, не гнется. Вот мороз моментально на морозе замерзает. Смотрите, какие тут бугры на дороге. Ты все пройдешь, машины ездят и ездят. Так, это мы куда-то, Имада нефть зашли. Ну как цену на бензинчик глянем в Якутске. Может, кому интересно будет. Может, кому. Так, читаем. Поближе подойду. Так, 98-й 76-50. 95-й 68-40. 92-й 65-30. ДТ 84, температура минус 31. Смотрите, цены уже за штучку указывают соблюдение Кубань. 16 рублей. А тут за десяток 180 рублей. Якутский мед продается 500 грамм 900.
99 рублей. Ух ты, тут постелили коврик, чтобы не упал. Это я, короче, сейчас тут зашел по дороге погреться. Магазинчик какой-то тут, а черт его знает. Черт его знает, 8-8 или что. Ну вот. Иду дальше, иду дальше. Вот такими забежками надо заходить погреться, а то кочуришься просто и все. А кто хочет экстрима какого-то, вот приезжайте на зимовку в Якутии, в Якутск. Тут вам будет самый зачетный экстрим. Ну что, мы с вами походили по Якутску осеннему. Через недельку уже будет зима у нас, 1 декабря. Ну, осень нынче теплая выдалась. Вот, смотрите, тут такие из войлока штуковины постелили, чтобы люди не падали. Ну, так что будем следить за ситуацией, за морозами, которые у нас будут. Еще декабрь, январь, февраль, крещение будет, купание в проруби. Кто хочет в проруби покупаться в Якутске, вот приезжайте на крещение. Ощутите самые такие неописуемые ощущения. Как говорится, чем 100 раз услышать, лучше один раз увидеть или почувствовать это на собственной шкуре, как говорится, и будет вам хорошо. Ладненько, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Еще поснимать немножко вам. Вот я иду, короче. Тут такая тропинка. Тропинка. Надо ее натоптать, слушайте. Пока не натоптана. Чтобы можно было удобно ходить вот по этому озеру. Озеру. О. Тут вот натоптанная тропинка, а тут нифига не натоптана. Надо топтать. Ох. Ладненько. Все, уже точно. Всем пока. Всем пока. У меня уже телефон опять стал замерзать. Я его постоянно заряжаю. Он у меня замерзает. Заряжаю, замерзает. Рука замерзает, все замерзает, короче. И снег, снеги еще. Слушайте, снега что-то нападало. Ну, что тут на лыжах уже, что ли, катают? Или на чем это? О, снега-то прилично нападало, да, у нас. Уже, фу, все, рука замерзла.